писать и не хочется. В руках опять стулья, одиночество. Да что такое, елки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор какой? То не откажу от холодильника. В темноте он вместо светильника. То и весело без явных причин. Да просто я остался один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. И никто не говорит на мозги. Можно посидеть чисто по-мужски. Весь день лежу, смотрю в потолок. Опять забыл полить твой цветок. Можно бы, конечно, но все не так. Хоть бейся головой о дверной косяк. Посуду вымыл и сварил суп. А все-таки она лучший друг. Все! Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. В голове лишь дым. Я не могу больше быть один. Потанцуешь? Ладно, подожду до десятого. А после сразу в центр Курпатова. Надеюсь, он-то не подведет. А вдруг я уйду, а ты придешь? Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. Голова лишним. Я не могу больше быть один. Я не могу уснуть вторые сутки. Что будет дальше, даже думать жутко. Поет весь Каркаде. Договорились?